1 сентября совсем рядом. В то время, когда родители и школьники готовились к новому учебному году, сами образовательные учреждения также проходили все этапы подготовки. Все учреждения сферы образования, а это 43 школы, 47 детских садов и 5 объектов дополнительного образования, в полной мере готовы встретить новый учебный год. Ремонтные работы и закупка необходимого оборудования завершилась еще в середине августа. На подготовку к 1 сентября из бюджета городского округа Люберцы выделено около 270 миллионов рублей. Для того, чтобы отремонтировать спортивные залы, пищеблоки, провести ремонт систем холодного, горячего водоснабжения, ремонтируем... заканчивается ремонт отопления в ряде учреждений. И к отопительному сезону зимне-осеннего периода также учреждения будут подготовлены. Отдельные условия предусмотрены для льготной категории граждан. Двухразовое питание в школьной столовой бесплатно предоставляется детям из малоимущих и многодетных семей. Сумма финансирования компенсации на школьную одежду не изменилась и по-прежнему составляет 3000 рублей на одного ребенка. Для того, чтобы получить эти деньги, родителям необходимо подать пакет документов не позднее 10 декабря. В целом система готова, и думаем, что при такой качественной подготовке соответствующая будет и успеваемость наших ребят в школе, и настроение детишек в детских садах. В этом году в общеобразовательных учреждениях городского округа Люберцы будут получать знания более 30 тысяч школьников. Это на 2700 учеников больше, чем в предыдущем году. А в детские сады пойдут более 15 тысяч малышей. Их количество также увеличилось на 300 человек. Луиза Егазарян, Дмитрий Шарапов и Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.